Thank you. You're Thank welcome. You. Of course, we're gonna party. Yeah, yeah. Yeah, long time. I miss you. Miss yeah. you, bro. Same. So, Тойтабу. Да. А это как сапоги твои киндер, слышишь? Здесь можно бухнуть. А я здесь вообще есть, интересно. Андрей. Уж Андрей здесь? Пинейки по спине. Нет, ты вот так. Ты вроде бы диктант пишешь, а потом... Все, Лариса Ивановна, я заебался вот так. Мы каждый месяц скидываемся на ремонт в школе и не могут такие парты купить. Категории, типа, MVP. Шкаф, хавчик, всякие меня. Отвечаю, в Японии давно уже давно это сделали. Миша, да. Давно-давно это уже сделали. Короче, Ребзи, сегодня будет премия Shell TV, и Даур, как настоящий ответственный человек, взял с собой лук, в скобочках нет. И теперь мы выбираем ему лук. Вот. Короче, ситуация следующая. Даур в первом же бутике нашел себе одежду. Говорит, мне нужно на один раз, чтобы вот просто сегодня надеть и, ну, оставить здесь, грубо говоря. Мы говорим, да, иди в Бершку, там, купи. Он такой, окей, в Бершку, гоу в Бершку. Вот. Пожалуйста, купил костюм Calvin Klein. Хотите прикол? Мы часа 2-3 собирались, чтобы он... В торговый центр, чтобы он приехал и за одну минуту купил себе пиджак. Контент, который мы заслужили, удачи тебе по жизни, да, хороший ты человек, и награждение, надеюсь, будет говняное, да. Ага. Короче, мы начали думать, сколько стоит шмот, который нужно надеть всего лишь один раз. И Кин не поленился и пошел смотреть, сколько это стоит, короче. Сейчас придется. А вы сами как думаете вообще, за сколько Даур купит шмот, чтобы надеть один раз и выбросить? Итак, момент истины. 18 тысяч динар стоит? 18 тысяч динар, это сколько? Это 150 долларов где-то. Это верх только, да? Да. Короче, 150 долларов, это чтобы просто один раз на вечер сходить, надеть и потом выбросить в помойку, пацаны. Давайте мы ее лучше разыграем, бля, не знаю. Не, он сказал, что он будет таскать его. А, да? Ну, вот это. Смотри, по сути, сейчас январь, февраль заканчивается, весна и весной этот пиджак можно одевать. Это даже не пиджак, это куртка. Но она стильно выглядит. Сейчас посмотрим, как это на Дауре будет выглядеть. А я думал дороже будет. Да, я тоже думал дороже. Я думал минимум баксов 500-600. Ага. Короче, мы долго выбирали, что взять. Здесь, конечно, съемочная группа немножко опоздала, да? Сейчас спали. Ну, короче, ладно. Мы обошли все магазины. Зашли почти везде. Но я увидел единственную куртку. Это Philip Lane кожаная. А не кожаная? Пиджак, короче, с кожаными вставками. Но она стоит примерно под лям тенге. Я сказал, зачем мне на один выход лям тенге тратить? Вот Яна мне будет покупать ее. Она выглядит как мами среди всех в этом клабе. Они помнят имена. Я забрал малышку, она в меня влюблена. Стоящий мужчина, умножаю капитан. Ага. Итак, проходка на красную дорожку. Ба! Стесняшка, так неинтересно. Сказать спасибо этим ребятам, что благодаря им мы попали на закрытую совку о Shell TV награждение, и мы оказались здесь и лицезрели все, что происходит здесь. Если вы хотите получать больше информации, проходите по ссылке. Подписывайтесь на социальные сети. Подписывайтесь на социальные сети и будьте в курсе всех дел. Короче, Костяныч, бля, когда мы увидим на церемонии, блядь, уже игроков Колдайн? Вообще, да, будет такое? Я задаюсь этим вопросом тоже. А что со снайпером? Да, что со снайпером? Согласен полностью. Вот. Это был Костя. Я тебе так скажу. Начали уже, да? Я тебе так скажу. У всех команд один снайпер, у нас три. Братан, у вас пять, по идее. Три. Пока три. Кто это? Хоббит? Смотри. Бумыч. Бумыч номер один. Да, Бумыч вообще охуенный снайпер. Дальше. Хоббит и Перфекто. Нам осталось еще двух снайперов, и мы будем единственной командой в мире, где пять снайперов. Прям, где Элик? Давайте позовем Элика и попросим, чтобы он был снайпером на последний, ну, следующий сезон. У нас отборочные мейджоры, да? Да, самое время это сделать. Элик! Элик! А у него нету, ладно. Я хотел его позвать, чтобы позвать его, сделать его снайпером. Не? Да, да. Ладно, я шучу. Я искренне желаю вам удачи. Я за вас очень сильно переживаю, болею. Я Даур, что, все интервью, что ли? Да. Ты прикалываешься? Я болею за тебя, брат. Это был Костя.
тренер команды Cloud9, мой друг, давний, мой тренер, мой наставник. Это просто один из лучших людей, который встречался в моей жизни. Я в своей жизни плакал два раза. Первый раз, когда родился, да? А второй раз сейчас. Да ну нахуй, бля, эй, когда не родился, бля? В этом году тогда, ну, тебе лаверды, в этом году лучше всех объявлял номинации, лучше всех. Я? Элик! Мой любимый. Элик, блядь! Балдерген объявлял лучше всех. Все узнаешь. Блин, сейчас бы на диван, да, с чайком смотреть премию, а не вот это вот все, да? Да, да. Вот это другое дело. Ну, особенно на новом Lenovo Legion 9i на базе процессора Intel Core. Короче, мы в центре Белграда. Все закончилось, все похмелились, все разъехались. А мы остались. Мы остались, мы ждем, пока будет бласт. Аналитика, вы увидите у нас на бласте. Вот, видите, я до сих пор пиджак этот не снимал, кожаный. Так он мне уже сильно понравился, что я теперь хожу в нем. И на самом деле просто тепло в Белграде, а ходить в зимней куртке уже как-то, ну, не по кайфу. Мы сейчас пойдем, возьмем пару интересных штучек. И, не знаю, можно показывать это, нет? Переходите в Телеграм. Да, переходите в Телеграм-канал, там по-любому можно продолжить. Ну, я вот сейчас бы компы нахуй нам. Ну, сейчас как КС бы закатали бы нахуй. Или дотку. Может, что-то разыграть среди подписчиков. Футболка Shell TV есть, размер L. Кто хочет, переходите по ссылочке в наш телеграм-канал. И мы его там разыграем. Когда наберется 5000. Номер знаете, напишите. Ага. Я не знаю, зачем мы там заходили. Ким попросил. Стильно, да, выглядит? Да, вот эти круглые очки прикольные. Но они такие не идут, мне нужны быть, а они должны быть массивные. Короче, я иду, я не понимаю, что происходит. Че за хрень, блядь? Если мы были голодные, можно было похавать, да, что-то? Куда подойдем, посмотрим, здесь что у нас? Котлетки. Вам неплохо. Чао. Вот есть ракия. Это местный алкоголь, да? Да. На соечке эти, знаешь? Ебашь шапот. А сколько у них процент? Не знаю, какой процент, но я знаю, что от него людям плохо утром. Новый год закончился, снега нету. Какого хуя он остался здесь? А вы верите Дед Морозов, а? Ага. Тут такси будто дороже, чем у нас в Алмате. Ну, относительно. Здесь стало дороже, короче, как понаехали. Ко мне там приехал Дред, и он мне говорил, что он за лям чем-то снял себе двухкомнатную квартиру. Да нахуй на. На меги. Так вот эти часы, часот, блин. Может взять такие? Надо выиграть турнир. Бля, я же не играю. Нету мотивации, все, пиздец, херня. Смотри. Прикольно, да? Ты знаешь, как ожидание реальности. Ага. Царь во дворца. Царь во дворца. Снимаю бесплатно. А так записываются мои курсы по девушке. И чтобы она больше не возмущалась, я запускаю свой курс. Видишь, она рада, она довольна, значит, все хорошо. Ты мне так страшно сфоткал? Блин, подожди, я же курс запускаю свой. Да, я тебя не влезу. Ты реально не влезешь, да? Нет. Потому что ты зашел и послал туда. Это моя хата. Это мой сосед. Я сделаю большое окно. Он сделает большое окно. Моя нравится. Я купить радио, он не накопить на радио. Моя радостно. Ну, вот так вот.
ресторанам, по ресторанам, по ресторанам. Бля, я не знаю, я сегодня несколько раз проснулся, а время все не уходило. Вчера мы, короче, включили какой-то максимально скучный фильм. Максимально. И я отрубился на диванчике. Потом меня разбудили, я потом пошел в кровать и заснул. Ну как? Я, кстати, начал книгу читать. 30 страниц за 30 дней. Да. Нет, до конца Сербии я дочитаю эту книгу. 100%. А сколько страниц? 360? На что спорите? Давай как с этим, как с Владом на 100 баксов. Ага. Ну это кайф. Не, я говорю, помню, когда я занимался восьмиугольником. Восьмиугольником? Ты складывал углы, блядь? По углам все раскидывал, я грузчиком работал. Когда в КамАЗ заходишь, у тебя 8 углов. И ты должен распределить. Ну, по идее, если по логике брать, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, да? Гениально же КамАЗе, на самом деле, 8 же углов. А прикинь, переносной UFC, то есть он ездит по городам, да. И ты хуяришься внутри КамАЗа. Сторона, одна сторона стеклянная, и ты запускаешь двух бойцов, с двух сторон КамАЗа запускает бойцов. Я не пиздится внутри вот четырехугольники, понял? Да, пацаны, вот прикиньте, мы сейчас этот выпуск выпустим, да? Ну, добавим, возможно, эти кадры в шорты просто. И какой-нибудь один из промоушен возьмет и спиздит идею, да? Блядь. Ну все, смело. Ты реально, ты на КамАЗе на бабки закинь. Я счет оставлю в описании здесь. Скидывай сюда бабки, кто реализует эту идею. Раз... Нам бы сначала делать права на интеллект наш, которого нету, блядь. С этой идеей у нас интеллекта ноль. Ага.